Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и в этом видео я покажу вам большую посылку, которую мне доставили из Америки. Кто за мной следит, тот знает, что я часто заказываю товары из Америки. Но большой парадокс заключается в том, что большинство магазинов не доставляют товар из Америки к нам в страны СНГ. И поэтому я часто пользуюсь услугами посредников. В этот раз я заказала товар через компанию Бандеролька. Да, об этой компании я узнала от блогеров, потому что сейчас все заказывают через эту компанию, потому что очень выгодно, на самом деле вообще круто. В этот раз я поназаказывала много вещей и кое-что из косметики. Я не знаю, может быть, даже разделю это видео на две части, потому что много всего. Может быть, в этой части я смогу осветить только вещи. Такие коробки прекраснейшие, красивейшие, с обувью у меня есть. Долгожданная сумочка от Michael Kors и очечи крутецкие, да, и много всего другого. Все, поехали. Знаете еще, что самое интересное? Когда я обычно снимаю видео о покупках из Америки, то после того, как я выгружаю это видео на канал, мне начинают поступать большое количество просьб, чтобы я помогла девчонкам заказать тоже товары из Америки, чтобы я за все заплатила своей картой, а деньги они мне там передадут как-нибудь или перечислят, потому что они не могут, но они не понимают, как это все делать. Хотя я всегда объясняю, как это делать, но все равно почему-то кто-то боится, кто-то не может сам зарегистрироваться, у кого-то нет карты. Что-то мне тут съехало. Вот, и я решила рассказать немного, как это все работает, вкратце, быстренько, перед тем, как покажу вам все эти вещи. После того, как я зарегистрировалась на сайте Бандеролька, Бандеролька мне выдает американский адрес склада, который я указываю потом в магазине, в котором покупаю товар. То есть я покупаю на Нордстроме, заполняю там свою анкету, фамилию свою пишу, имя, и пишу адрес склада, адрес доставки. Ставки, то есть якобы я живу на этом складе, да? Сайт Nordstrom доставляет весь товар, который я заказала на этот склад. Потом весь мой товар там копится, собирается с разных магазинов, то есть я заказала сейчас на Nordstrom, в Nike там, например, еще где-нибудь, в Sephora, и все это они, там эти посылки все собираются, могут храниться, кстати, до 45 дней, это очень круто, то есть можно не спеша накопить кучу покупок и потом все отправить в одной большой коробке, в одной большой посылке, они все грамотно упакуют, там русскоговорящие сотрудники, которые могут онлайн с вами сразу общаться в чате, да, они меня спрашивают, вам коробки снимать, не снимать, я говорю, не знаю, давайте, а как лучше, говорю, они говорят, да лучше оставить именно из-под обуви, ну, чтобы она там не примялась, ничего с ней не случилось, из-под обуви лучше коробки оставить. Я говорю, ну, классно, давайте оставим. Конечно же, очень удобно, что объединение посылок в одну большую, да, это все бесплатно абсолютно, они там без проблем все упакуют. Ну, и хочу, конечно же, сказать о том, что некоторые магазины в Америке не принимают онлайн-оплату нашими виза-картами, там, любыми иностранными, они, не знаю, боятся или что. Но Бандеролька все предусмотрела. У них при таких случаях есть специальная услуга, помощь при покупке. У них имеется собственный способ доставки под названием Queen3 Air. Этот способ авиадоставки очень выгодный. Доставляют они до двери очень быстро. Мне доставили буквально, наверное, за 3-4 дня. Я вот даже не успела опомниться, только заказала, уже посылку мне доставили к двери. Компания Бандеролька отправляет товар в любую точку мира, также в наши страны СНГ, в Россию, в Казахстан, в Белоруссию, в Украину. Поэтому, ну, очень круто. Заказала я себе классные кроссовки от фирмы Nike для бега. Вот такого цвета. Стелька ярко-салатовая, ну, ее не видно. Снаружи они нежно-голубые, почти бело-голубые, да, и вот этот сам значок от фирмы Nike черного цвета, очень стильно это смотрится, и очень удобные кроссовки, они, ну, именно для бега предназначены, как раз вот мне в тренажерный зал. New Balance, они больше для понтов, просто для таких, я не знаю, гулянок там, куда-нибудь пойти в них, ну, поблатовать, да, а вот эти кроссовки от фирмы Nike, они предназначены
конкретно для спортивного зала. То есть в них очень удобно, они не натирают, нога в них не болит, и они очень легкие. В общем, а в тех кроссовочках, если ты немного переходишь в них, там, ну не знаю, полдня будешь ходить, уже потом ноги начинают болеть немного. Я заказала себе US размер 9.5. Это 41. Ну, у меня мой 40-41. И вот эти прям мне супер. Они прям как раз идеально на моей ноге. Это 9.5. Заказывала их на сайте Nordstrom. Кроссовки стоили примерно $100. Ссылочки на все заказы свои я оставлю под этим видео. Следующая моя долгожданная покупочка была. Это очки от фирмы Prada. Тоже оригинальные, с сайта Nordstrom. Вы знаете, что я всегда заказываю себе очки с сайта Nordstrom. Это классическая модель, она не новая, старенькая, но я на них очень давно смотрю. Я хотела именно в черной оправе, с черными стеклами. Они хорошо защищают от солнца, в общем. Стоили эти очки $255. Они намного дешевле, чем от Dior очки. Да, Dior, конечно, подороже, они всегда 300, 350 и выше. Туфельки, о которых я тоже давно мечтала, это классические туфли нюд с заостренными кончиками, именно не с закругленными, а с заостренными, потому что все это намного элегантнее смотрится. На таком приличном каблучке, при моем росте 1,80 м, я в этих каблучках такая высоченная, но мне это очень нравится. Здесь внутри вот как бы такой вырез на модели, да, это тоже очень сексуально смотрится. Они очень качественные, и мне тоже по размеру они идеально подошли. Размер я тоже оставлю под видео. Вот, босоножки. Крутецкие босоножки. Посмотрите, какие они клевые. В общем, спереди тут цепи золотого цвета, а сзади черный каблук, полностью весь он в стразах, каких-то шипах небольших. Ну, они просто мега космические на ноге смотрятся. Обалденно, сексуально, красиво, элегантно, просто вау. Модно, стильно, потрясающе. Я обожаю эти босоножки, буду в них щеголять. Каблук тоже не маленький, но мне пофиг, потому что они круто просто смотрятся. Ноги сразу такие, фу. Сумка от Michael Kors. Знаете, в чем прикол? Я думала, она будет больше намного. Когда мне ее доставили, она оказалась малипуся, малипуся. Это у меня, знаете, какая сумка? Selma Stud. То есть в эту сумку много чего не поместится. Поместится iPad, например, мини, скорее всего. Телефон, кошелечек небольшой. Ну, я помещается сюда камера еще. И, может быть, еще какой-нибудь парфюм, помада и все. Ну, на длинном ремешке. Если бы я знала, что эта сумка такого маленького размера, я бы поярче цвет выбрала. Я на самом деле думала, что она побольше, поэтому я себе в черном цвете заказала. Не знаю, что-то я перепутала, поэтому я так сглупила. Вот. И я эту сумку люблю, потому что, ну, она такая компактная, очень удобная. Ну, черного цвета, к сожалению, модные шипы, это классическая модель, да, вы тоже о ней все знаете. Еще я заказала на сайте Nordstrom кроссовки для своего мужа. На самом деле у меня муж, знаете, он такой пофигист, ему не важно, в чем ходить, он может ходить в кроссовках, которым уже 5 лет. Которые разваливаются уже, ему пофиг абсолютно. Я его даже ругаю, мы куда-нибудь выходим, там, в торговый центр. Я не знаю, я знаю, что я там обязательно встречу кого-нибудь из своих подписчиков, потому что в последнее время это очень часто происходит, я практически везде встречаю своих подписчиков. Вот, и я такая говорю, слушай, что ты хоть оденься поприличнее, там, ну, какие-нибудь кроссовки нормальные, ну, что ты как этот, как бичуган. А ему пофиг, он говорит, а что, ну, пусть что хотят, то и думают обо мне, вот я лишь так хочу ходить, да, там, может, в мятой, в грязной футболке пойти, в рваной, хотя у него там лежат новые чистые, да, но он не хочет. Я решила ему заказать новые кеды, он так любит кеды, от Hugo Boss, на них была скидка большая, и купила я их вообще недорого, тоже... Ссылку оставлю под видео на них. Заказала я в Victoria's Secret тапочки беленькие и халатик. И знаете что, когда мне доставили этот халатик пушистенький, беленький, тепленький, я поняла, что я просто crazy, потому что зачем я заказала теплый халат вот сейчас на лето, вот вы не знаете? И вот такой совсем не жаркий халатик на лето, белого цвета, под тапки прям... Тоже от Victoria's Secret. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.